Меня зовут Людмила Алексеевна Булавко, двойная фамилия Бузгалина. Я занимаюсь проблемой, даже не темой, проблемами разочуждения и проблемами сегодня превратных форм бытия человека в этом мире отчуждения. Вот какова суть этого мира отчуждения? Каков генезис был этого мира отчуждения? Все вышли, ну я уже не про ваше поколение, а раньше, из Советского Союза, где человек человеку друг, товарищ и брат, и вдруг вот такой человек человеку, ну уж точно с первого взгляда, ни друг, ни товарищ. И понять, как бытийствует, каковы те формы бытия, через которые формируется тот, кто станет работником. Здравствуйте, проходите. Кто станет потом работником в той или иной сфере? Или, может быть, учителем, или, может быть, художником? Вот это очень важно. И поэтому давайте попробуем сначала подойти вот, к пониманию, каков сегодня мир отчуждения. Но сначала я бы хотела представить некоторые черты этого мира отчуждения. Первое. Мы живем в условиях глобальной гегемонии капитала. Это диктует все. Но каково, с моей точки зрения, с философской точки зрения, самое, в чем острота одного из главных противоречий глобальной гегемонии капитала? На мой взгляд, это заключается в том, что глобальный капитал. Капитал стоит на основе, он основан на господстве частного интереса. А формы власти этого капитала всеобщие. Государство, казалось бы, это такой общественный правитель, ну, институция, государственная, социальная, политическая институция, которая должна работать на интересы всех и каждого. А нет. Государство используется в частных интересах. Капитал, интернет, пожалуйста. Это просто пространство, в котором господствуют частные лаконы, частные взгляды. Художник сегодня... Если вы хотите попасть, чтобы ваши картины попали в салоны, галереи, надо утверждать частный взгляд. Это ваше частное видение, не личное, не надо путать. Личностное, личное с понятием частное. Так вот, это первое. Второе. Скажите мне, пожалуйста, назовите мне ту сферу человеческой жизнедеятельности, где нет господства отношений купли-продажи. Вот где нет, рынок не господствует. Можете назвать? Ну, пожалуйста. Семья. А? Семья. Это вопрос. В одном, да, конечно, мы не говорим, в семье могут быть вполне такие неотчужденные, открытые отношения, основанные на любви, взаимоподдержке и так далее. Но сегодня же заключаются еще брачные контракты. Это чистый бизнес. Я не говорю, что женится или там выходит замуж по соображениям какой-то предприимчивости, но семья может быть и бизнес, вот такой ячейкой, и может быть пространством неотчужденных отношений. Мы видим сегодня отношения купли-продажи, я называю лавочные отношения, может быть, вот так неприглядно называю. Так вот, лавочные отношения в экономике, конечно, в социальных отношениях, конечно, в культуре, конечно, куплю... отношение купли-продажи, то есть все измеряется деньгами. Если вы художник, ваши картины выставят. Их значение только в том случае, если их значение определяемо в денежных знаках, как товар, будет престижно. Вот на рынке тогда вас пригласят. А если ваша картина, пусть она будет оригинальная, неповторимая, прошу прощения, то она навряд ли пройдет, если она не рассматривается как товар. Вот это очень важно. И все прекрасно знают, что сегодня, как написать картину, чтобы она была продаваема. Итак, как я называю, рыночный тоталитаризм. Грамп есть такой американский искусствовед, он сказал, вы знаете, когда молоточек на молоток на аукционе опускается вниз, стучит, да, наверное, надеюсь сюда, то я понимаю, что эстетическая ценность всегда будет определяться экономической ценой. То есть идет отождествление. Другой исследователь говорит, вы знаете, а искусство ведь тоже деньги. Только, знаете, все-таки лучше пусть будут деньги настоящие. Хотя искусство тоже деньги. Вы знаете, там вот есть такой
известнейший и, в общем-то, великий художник Шемякин, у которого работа на японских, это мне рассказывали вот наши коллеги из Японии, на, в салонах, они продаются по номерам. Даже не заходят и не смотрят, это не важно. Это вложение, это как форма инвестиций, вложений и так далее. Следующий момент. Если сегодня развитие, вернее, если сегодня то, что задает развитие человека, вас, институтов, культуры, общества, нет. Нет, конечно, есть. Например, соображение личной карьеры. А почему мне не сделать карьеру, не написать кандидатскую? Я знаю, как написать, так, чтобы она прошла, понравилась. Потом сделать докторскую, потом сделать карьеру, а потом еще лучше войти в администрацию президента и так далее. Понимаете? Вот карьерный рост, это еще не значит, что это развитие. Так вот, когда... С моей точки зрения, нет вектора сегодня в обществе, которого предполагало бы развитие всех составляющих общества, экономики, культуры, человека. И, скажем наконец так, если человек не развивается, какой из него работник в экономике будет? Какой будет работник в экономике? Это большой вопрос. Итак, где, чем было обусловлено развитие человека сегодня? А вы знаете, ведь Советский Союз, как предшествующая система, распался, потому что те противоречия, острейшие противоречия, которые в нем были, они не разрешались. И вот знаете, есть известная вам формула теза, антитеза, синтез. Вот синтез требует своего разрешения. Синтез – это есть снятие противоречий. А какое снятие противоречий, если этого нет? А в любой системе есть потенциал альтернативы. А когда эта система не разрешает противоречия, этот потенциал альтернативы просто дряхлеет. Понимаете, он становится не то, что дряхлеет, он становится трухлявистым, уже невозможно. Или альтернатива возникает в виде формы нового отношения, которое в условиях распада тут же распадается. Итак, с моей точки зрения, мы продолжаем жить в логике распада. Об этом свидетельствуют многие вещи, не буду сейчас подробно говорить. Скажите, а у распада, вот ржавчина, она имеет, можно задать вектор развития контура ржавчины? Как вы думаете? Нет, нет. Он развивается как-то, вот этот контур ржавчины, он как-то развивается сам по себе и не управляем. Вот процесс распада, почему еще распад? Потому что сегодня почти нет пространства, где человек... заявляет себя в главной ипостаси, в ипостаси общественного субъекта. Субъекта, не функции капитала, рынка, социальных сетей, социальных институтов, бизнеса и всего-всего-всего. Нет, не функция. Субъект. Субъект, причем не просто субъект преобразования общественной действительности. Субъект, который снимает господствующую форму отчуждения. О, это должен быть... Во-первых, он предполагает, предъявляет требования к человеку. Это должна быть личность, которая не отчуждена от реальности. И даже она ее не знает. Она чувствует вот эти формы отчуждения этой реальности. Человек находит способ снятия этих форм отчуждения. А если он не понимает, как он это сделает? И второе. Субъект предполагает свою позицию. Почему нет этого субъекта? Да, я сказала, субъект – это тот, кто определяет свое отношение к реальности. Определяет. А вы знаете, а иногда не надо, казалось бы. Я вижу, некоторые боятся определять свое отношение к реальности. Почему? А это тогда делает вызов мне. Мне нужно выразить свое отношение, а я не знаю, как. А вдруг я попаду не в тренд, как сегодня модно говорить. Я была свидетелем, я была в Хорватии на конференции, и туристический автобус, я добиралась самостоятельно, и там сидела женщина, ну, видимо, вот по внешним каким-то признакам, это, видимо, женщины, ну, уж точно не из Хорватии, видимо, иностранка. А тут красивое побережье, и там острова лежат, как, знаете, как дельфины, необычайно красиво, и солнце такое.
И эта женщина открыла, как называется, туристические путеводители, наверное, да? Она открыла эту туристическую книгу, и там фотографии вот этого побережья. И она смотрит, читает текст. Как можно, понимаете? То есть я без другого, без вхождения в текст кого-то или в комментарий кого-то, я даже не могу определить свои отношения. Зачем? Определи вот эту красоту самостоятельно. А я не знаю. То есть я не знала, что есть такой страх самоопределения своего отношения. И второй момент. Определить свое отношение к реальности одно. Второй момент. Увидеть такое неприятное отчуждение. Давайте, мы уже привыкли к этому. Вроде бы даже уже само собой разумеющееся. Мы уже привыкли даже к смертям, которые идут хроника новостная, как обычно она. И казалось бы уже... Ну, можно я не буду, а чем-нибудь хорошим, а красивым. Мне не надо эти лицезреть эти формы отчуждения. Вот субъект, тот, кто видит отчуждение, он не может не принять этот мир, но принять форму отчуждения он тоже не может. И вот это просто экзистенциональное противоречие, которое ставит его в очень такое сложнейшее положение. Следующий момент. А это противоречие надо разрешить. А как? Вот я вам на следующем занятии покажу, как эти противоречия разрешали 20-е годы неграмотные мужики, которые в своих вонючих сапогах, портянках вышли из окопов Первой мировой войны, вышли, страна разрушена, приехал английский писатель Герберт Уэллс, и когда он приехал, по-моему, 21-22 год, он сказал, да, нет, 21-й, по-моему, или 20-й год, да не революция меня потрясла в России, а масштаб той разрухи, которую я увидел. Мужики-инвалиды, 10 миллионов погибло в Первую мировую войну. Ставим страшный вопрос, за что? И вот эти мужики-инвалиды возвращались в деревню, надо пахать землю. И вот семьи, дома некоторые там сгорели и так далее. И вот пример один приведу. В Сибири был, вы знаете, в Сибири ссылку отбывал Достоевский. И там, ну понятно, когда его уже не стало, стоит свободная изба. Вот всем сходом собрались, думают, что же делать? Вот слушайте, у Петровича там пятеро детей, давайте ему эту избу отдадим. Собрались всем сходом, давай думать. И решили, нет, здесь будет школа, здесь будет изба читальная. Вот как интересно. Вот решили не с позиции, конечно, и детям нужно, но так, чтобы это, решилась эта проблема в интересах всех и каждого. Вот это снятие отчуждения. Еще один момент. А если ты пытаешься снять отчуждение, ты принимаешь свое решение, свое, тебя никто не диктует, а решение. И вроде бы ты принял это решение, а потом по ночам начинаешь думать, а ведь кто-то за твое решение, проходите, кто-то за твое решение, не только ты, другие, расплатились в хорошем смысле или в плохом. И ты по ночам начинаешь думать, так правильно ты ли сделал, вот эти муки ответственности. А вот зачем это все? Ну и живи себе. Отчуждение прошел мимо, как сказал Сартр, до метро работай, все, ничего не беспокоит. Вот, знаете, почитайте рассказ Платонова «Родина электричества». Вот Шипицкая Лариса, по-моему, сделала фильм в 60-е годы «Родина электричества», «Голод», ну тогда известный вот этот страшный голод, который прошелся по России, революционный. Не только России, тогда и Украины, и многие. И что вы думаете? Вот инженер, который занимается гидравлическими системами, орошение земель, он приезжает в деревню, он видит умирающих людей. Воды нет, зерно горит, что делать? И вот он стоит перед выбором, что делать? Вот отдать это зерно, оставшийся там мешок, раздать по крупинкам, по зернышкам этим людям, они съедят так хоть, ну сегодня не умрут, завтра умрут, ну хотя бы сегодня нет. Или же прогнать из этого зерна то, что заставит, ну я не знаю, это спирт, наверное, или что-то, чтобы заставить, чтобы машина начала работать. И вот он принимает это решение. Сидят голодные, это страшная фотография, если вы заглянете, посмотрите. И он гонит вот это, чтобы заработала ржень, и пошла вода. Хотя знает, что сегодня кто-нибудь от голода уже не выдержит и умрет. Вот какое, вот это принятие решения. Нет, вы знаете, вот не надо мне этого, не надо мне этих принятий решений, эти болезненные переживания. Я приму, как принято.
Ну, не поеду я в эту деревню, пусть другие это решают. Вот бытие в ипостаси субъект, я бы сказала, это трагедия. Трагедия. Не трагедия, не надо рассматривать, как несчастный случай. Это та полнота бытия, которая несет всегда человек и платит за эту полноту. Платит и счастьем, и порой жизнь. Порой жизнь, да. То есть, получается, я немного поделить понятие. То есть, вы считаете, что... Постулируете, что отчуждение – это процесс лишения человека его субъектности? Отчуждение, оно и возникает, когда человек не... Это следствие отсутствия субъектности, это не наоборот. Угу. Вот видите, как молодец, уточняйте. И вот теперь посмотрите, человек субъекта, вектора развития нет. Десубъективация человека. Но ведь давайте вспомним эпоху прекрасную и ужасную, эпоху Возрождения. Мы говорим эпоху Возрождения, мы видим Мадон, мы видим Давида. Это необычайно такой мировой, такой всплеск в истории мировой культуры. И вдруг откуда-то субъект. Там я об этом, у меня есть такая статья. Ренессанс и советская культура. Общность противоречий. Так вот, в эпоху Возрождения человек, художник, ученый, вдруг сказал формулу Маяковского. У Маяковского есть, по-моему, «я сам». Как я сам? Все сам делает только Господь Бог. Вот если бы подошли к художнику в Средневековье и сказали, какую ты картину пишешь, он бы сказал, что вы говорите, моей рукой ведет Господь Бог. А подошли к художнику эпохи Возрождения и сказали, там, Боттичелли, это же какая, вот это ваша картина «Весна». А он сказал, Бог творец и я творец. То есть... Это была такая революция сознания, когда человек из Бога, как некой субстанции страшного, там, не страшного суда, а вот той ипостаси, той субстанции, с которой ты оцениваешься в своими грехами или в добрыми поступками и так далее. А здесь для художника-ученого Бог становится товарищем по творческому цеху. Бог сотворил же этот мир. И когда они стали осознавать вот всю природу этого творческого прорыва, им стало интересно, а как устроена бабочка, а как телосложение лошади, а как устроен человек. Там многие художники становились учеными. Дюра, художник известный, разрабатывает проблему перспективы. А вот в Средневековье перспективы нет. А знаете почему? А там человек стал, он заявил себя как субъект, вот только... Делаю акцент, не путайте, субъект культуры, не история. И когда субъект культуры, он стал осмыслять этот мир через призму человека как творца, Бога, конечно, там же никто Бога не отрицал. И Джордано Бруно сожгли не потому, что он Бога отрицал, но и человека как творца, и через призму человека. Кстати, Ренессанс оглянулся назад. Вот когда меня там спрашивают, а вот советской культурой вы занимаетесь, это что, ностальгия? Нет, скажу почему. Бывает и ностальгия. Вот Ренессанс развернулся на античность. Он что, захотел сделать новую античность? Нет. Появилась потребность через оптику античности понять перспективы развития человека, культуры, искусства. Вот по ностальгии, я вам скажу, вам шили замечательные башмачки, когда вы были маленькими, там, я не знаю, в 10 лет. Башмачки великолепные, мастер великолепный, носить и носить. Но ножка же вырастает, вы вырастаете, ножка вырастает. Тогда вы берете, вот ностальгия, когда человек уже 25-30 лет, он берет этот маленький башмачок, пытается втиснуть ногу в этот башмачок, он его рвет и говорит, а плохой мастер был. Да дело это не в этом. Потому что нельзя настоящее запихивать, извините за такое грубое слово, в те формы, которые исторически были пройдены. Надо смотреть, выявлять через эти формы закономерности развития сегодняшний ряд. А когда вы это все туда затолкали, не получается. Вы убиваете современную реальность. Нужно понять свежие интонации этой новой реальности. Ее почувствовать, ее... дух этих противоречий, почувствовать господствующие интонации. Кстати, музыка, композиторы, вот что интересно,
Композитор, настоящий композитор, он всегда улавливает тональность эпохи. Он выражает это в своем произведении. Вот тональность этих противоречий. Следующее. Когда я сказала, что сегодня реальность существует в своих превратных формах, вот давайте посмотрим. Экономика. Что сейчас важнее? Замечательное качество товара или бренд? Что я продаю? Вот, я не знаю, там башмаки или еще что-нибудь. Мне важно воспроизвести через производство этих башмаков бренд, который котируется и конкурирует прекрасно на рынке брендов. Вот так. А бренд – это знак. И вы знаете, любой знак, как символ, нельзя изменять. Ни в коем случае. Религиозные символы. Ну попробуйте, они же веками идут и будут именно в этом значении этого символа. Пятиконечная звезда. Ну сделайте 25-конечную. Это не делается. Кстати, что интересно, вот такая деталь я для себя обнаружила. Сталин, не претендуя на символ не просто социализм, а победы в Великой Отечественной войне, я пишу об этом и достаточно вот критично, он сам заявлял себя как символ. И вот даже можно посмотреть, вот посмотрите, замедленные съемки, видеосъемки, он когда на трибуне стоит, может быть, я ошибаюсь, в его лице, его лицо преисполнено самосознание себя как некого символа. Его лицо неизменно, оно не должно выражать какие-то эмоции. Вот посмотрите, Ленин, киносъемки, когда Ленин выступает, он весь устремлен вперед, потому что он обращается к аудитории. Вот этот вектор посыла, вектор обращенности, здесь нет. Вот это вот неизменность, и поэтому художники в сталинскую пору не имели права, делая портрет, ну, во-первых, просто так ты взял и написал портрет, тебе никто не позволит. Это решение там, художественных советов и так далее. Но на лице не должны быть признаки физических возрастных изменений. Вот этот портрет неизменный. Почему? Потому что тоже символ. Так вот, мы вернемся. В экономике бренды. Давайте возьмем политику. В политике что? Может быть, принципиальность политической, гражданской позиции, она сегодня более важна, чем политический жест? Нет. Эффект политического жеста. Вот мы можем посмотреть на президента нашей соседней страны. Эффект политического жеста. Давайте посмотрим в культуре. А в культуре произведение, искусство, посмотрите, какое здесь отношение. Нет, артефакт. Артефакт. И такие артефакты, их значение определяется зрелищными эффектами. Ну, например, были выставки, но вы, наверное, их еще не застали, когда какая-то группа так называемых художников брали овечку и на глазах у всех ее резали. Это артефакт. Жуткий. И вот эти вещи, артефакты, они работают на зрелищный эффект. И получается, это тоже знак. И вот человек живет, да, и все эти, в экономике бренд, в политике политический жест, в культуре артефакт, все это соединено одним типом в отношении купли-продажи. И это получается такое, знаете, синкретичность. То есть получается, все эти сферы разные. По своему предназначению, по производству, по специфике той деятельности, которая там осуществляется, они все заняты производством знаков как товаров, которые мы продаем. Дело ведь даже, я была удивлена, как-то была в Англии на конференции, бегу по Оксфорд-стрит и смотрю, там демонстрация большая, студентов много. Мне так интересно, лежат листовки, я читаю. Каково же было мое изумление? Я даже забыла, куда я бегу. Знаете, в этих листовках было написано: мы протестуем против того, что женщины, которые шьют одежду, какая-то фирма Савруджи, по-моему, шьют эту одежду за $1 в час. Это такая эксплуатация. И пишут: фабрика такая, Рязанская область, Российская Федерация. А эта фирма импортная, какая-то очень престижная, бренды этой фирмы и так далее. Так вот, оказывается, все как делается. Главное нашить лейбл, так? А где это произведено, как это сделано? Вот, поэтому
Вот это синкретичность, которая сегодня существует в человеке. Идем дальше. Человек сегодня сагбенный. Вы знаете, вот есть такое, ну, такая сатира. Идет какой-нибудь менеджер с гордо со своим кейсом, с дипломатом, спешит там в банк или еще куда-нибудь. Потом он сгибается, и там уже в конце вот этой эволюции уже обезьяна, которая сидит и смотрит смартфон. Вот эта попятная диалектика, которая сегодня не выпрямляет человека, а которая его, которая не дает ему перспективы становления как субъекта. И тогда он становится вот этим объектом. Объектом, который, объектом, который эксплуатируется всеми социальными, экономическими институтами. И, но не просто эксплуатируется. Это не только, как раньше было в 19 веке, эксплуатировали физически. Нет. Сегодня, как сказал автор книги «Стадо», он пишет, в год затрачивается несколько тысяч фунтов стерлингов, чтобы войти вовнутрь человека, понять его вкусы, предпочтения, какую музыку. Апеллировать надо не просто к абстрактному человеку, которого предпочитает, там, я не знаю, кроссовки такой-то фирмы или другой. Это нужно проникнуть в природу, в так называемую экзистенциональную культурную органику человека. И тогда, вот он зашел в магазин, а мы знаем, какую музыку включать. Не просто, которую мы посчитали нужной, которую он прослушивает, и он уже, ему кажется, что он попал в свою среду. Я делаю там рекламу вот в таком-то стиле, я уже знаю, ему этот стиль близок, и он уже чувствует себя в своей среде, и у него растет доверие вот к этому рыночному пространству и так далее, и так далее. Вот сегодня эксплуатируется человек, и если человек так и не вырвется из этого функционального рабства, он становится, у нее перспектива одна, стать средством мира маркетинга. Что и делать? Это уже не просто бутерброд, когда человек носит рекламу, а внутри он сам. Нет, это не человек такой рекламный бутерброд. Это когда формируется, задается вот это рыночное мировоззрение, рыночные предпочтения в рамках вот этой отчужденной реальности. И ведь это определяет, вот эти рыночные стандарты, они ведь определяют и предпочтение человека. Вот я, будучи там в Русском музее, спросила, там вот работают сотрудники, которые сидят в каждой комнате, в зале. И я говорю, скажите, пожалуйста, а вот здесь иностранцы бывают? Да, ну там всегда бывает. Но я спросила, вот как вы думаете, что они ищут? Вы не можете сказать, что они предпочитают? Она говорит... Три фамилии: Шагал, Малевич, Кандинский. Все. Кандинский, Шагал, Малевич. И все. И я получила неимоверное удовольствие, когда тоже на конференции приходилось ездить в музей модерна. И туда привезли картины из Русского музея: Левитан, Коровин. Многие картин. И там стояли картины замечательные, знаете, Врубеля, «Царевна-лебедь», знаете эту картину. И там стояли иностранцы, шестидесятники. Это наиболее, я бы сказала, едва бы не самый образованный, культурный слой вот, аудитории западной. Вы знаете, они стояли буквой «Г», рассматривая по... Вот эту картину, и видно, что они просто включены настолько во все это. Для них это такая неожиданность, открытие, что, оказывается, кроме Кандинского, Малевича, Шагала, есть еще и такое искусство. Мы обошли там с мужем второй этаж, там прекрасно, там этот модерн и в мебели, в каких-то предметах, изумительные произведения их искусства. Я спускаюсь, они сместились только на одну картину. То есть вот эта композиция, думаю, была я художник, я бы, наверное, зарисовала бы это. Вот. То есть это было открытие,
И у них были такие детские лица, потому что они даже не предполагали, что такое может быть. Отсюда, кстати, возникает вопрос, почему в советское время? А в советской системе, я хочу добавить, там была красная линия, линия освобождения, я связанная с высвобождением от власти господствующих форм отчуждения, красная линия, была серая линия, мещанская, вот этот частный человек, о котором нет дела, ни до чего. И когда происходила схватка между белыми и красными, у него был один вопрос. Так, посмотреть, кто победит, с тем, чтобы тут же найти возможность поиметь место в первых рядах партера новой власти. Ну, пусть не в первых, хорошо. В третьих, сейчас, секундочку. В третьих, пятых и так далее. Вот понимаете, чтобы уже при институции уже другой власти попробуйте на ней попаразитировать. Вот мещанин, частный человек, он, более того, он, знаете, для него мир отчуждения близок, органично. Как хорошо. Соседи меня не здороваются, они мне не интересны. Главное, я им не интересен. Вот это все замечательно, потому что им нет дела до меня, мне нет дела до них. И никто меня не трогает. И какое общественное мнение меня тоже не волнует. И вот эта серая линия, вот этот частный человек, он же заставил Маяковского продолжить гражданскую войну. Закончилась гражданская война в 22-м году. А Маяковский это открывает гражданскую войну на поле культуры. Он ездит по городам, весям, по разным организациям, заводам, студенческим аудиториям, военным. И пытается с ними в диалоге ответить на вопрос, вот сегодня какая культура должна быть? Мы должны повторить 19 век или мы должны создать что-то новое? И какие центральные проблемы сегодня в искусстве должны стать? Маяковского знаете, как ругали? Товарищ Маяковский, что же у вас в произведениях нет никаких героев? У вас только одни мещане, его Присыпкин. Баня, Клоп, названия-то какие? Не мировая, да здравствует мировая революция. Клоп, это вот этот есть обыватель, только с партийным билетом. Потому что там были герои с партийным билетом, настоящие большевики. И вот этот обыватель, который доводит себе партийный билет, и канарейку обязательно, дело не в канарейках, как сказал Маяковский, я тоже канарейки очень люблю, но дело не в этом. Вот этот мирок, мир должен быть открытым, а для них это замкнутость, моя хата с краю, я ничего не знаю. И вот очень важно понять, что на всем протяжении истории советской системы, я почему об этом говорю, потому что советская система показала все напряжение этих противоречий, всю остроту, отсюда вся эта трагедия и драма. Вот вся история советской системы – это история схватки не на жизнь, на смерть, противоборство красной, серой и черная линия была. Вот когда мещанство сгущалось, то появлялась даже черная линия, если мы говорим там о репрессиях и так далее. Нет, причем, когда я говорила вам о становлении субъекта в эпоху Возрождения, я тут же сейчас сделаю такой мостик произведением Шекспира, Ричард III. Вообще, это просто преступник в этическом отношении. Вот когда человек осознает свою субъектность, но в субъектности должна быть эта мера. Мера – это моя ответственность за то, что я делаю. А когда я нарушаю эту меру, я подумаю, а почему мне не властвовать над вами, над другими, над жителями города? То есть я начинаю уже свою субъектность утверждать на основе самовластия над другими. Я превращаюсь в кого? В сверхчеловека. Если новый человек, как идеал вообще-то вот этой культуры красной линии, заявлял себя как носитель, тот, кто выражает всеобщие интересы. А вот сверхчеловек? Нет. Меня волнует проблема власти над другими. Вот это самовластие над другими, оно было... Оно было очень опасным для красной линии. Как-то Эренбург задал такой вопрос. Я не понимаю, почему Кольцов, который прошел фронт в Испании, воевал он там, был репрессирован, а Пастернак
у которого есть такой вопрос. А скажите, милый, какое, милый, тысячелетие на дворе? То есть я даже не знаю о том, что там революция или контрреволюция. Нет, у меня закрыт красивый занавес, я вижу, как падает снег. Есть поэзия Пастернака прекрасная и великолепная. Это такой тончайший поэтический язык. И Оренбург задает вопрос, почему Оренбурга, Пастернака не тронули? Он вообще никогда не заявлял свою какие-то близость социалистических идей к своему творчеству. И вдруг. Так вот, для мещанина, как вы относитесь к идеям социализма, коммунизма, нового мира, царства свободы? Это не имеет никакого значения. Главное значение. Если я представляю какую-то власть, ты хочешь передо мной свою субъектность показать? Вот субъектность... Нет, в культуре, пожалуйста. Я понимаю, ты прекрасный художник, режиссер, пожалуйста. Но в истории нет. Если я являюсь каким-нибудь, там, я не знаю, вершителем какого-нибудь горкома и так далее, то при мне эту субъектность не надо. Здесь субъект я. Я монополизирую эту субъектную власть. Вот это неприятие субъектности, вот это была угроза. Почему Маяковский-то покончил с собой? Всякие такие мелкотчастные толкования, вот там не сложился роман или еще что-нибудь. Это все другого ряда. Это не главная причина. Причина была в другой. Маяковский заявил себя как субъект культуры, субъект истории. Вот он встал на эти две ноги. Вот и когда я сказала, в эпоху Возрождения художник заявил себя как субъект культуры. Вот есть такой известный, видите, помните рисунок, круг, и в нем человек, у него четыре руки, четыре ноги, он замер, это некая такая фиксация, статика его движения, момент, он замер в этом движении. Понятно, после революции 17-го, не после, а сама революция несла требования к индивиду как к субъекту, уже истории. И поэтому у него появилась востребованность в постижении культуры. Мир-то новый, мы новый мир построим. Надо же понимать, из чего строить, как строить. И вот здесь появляется потребность в культуре. Но смотрите, как большевики решили проблему снятия отчуждения масс от культуры. А массы были отчуждены от культуры. Молодые парни, которые обрабатывали мрамор, обрабатывали камни, умирая от чахотки, строили великолепные дворцы. Кто был в Ленинграде, в Питере, тот видел, какие красивые здания. А это же было сделано руками, вручную работу. Сколько погибло этих людей. Народ строил материальное тело культуры. Здания для школ, для консерваторий, для библиотек. Но он этим не пользовался, он был отчужден. Кто же его в библиотеку-то пустит? А кто его в консерваторию или филармонию на концерт? Нет. И вот это отчуждение от содержания того, что они, вот этого материального тела культуры, приводило, это была тяжелая проблема. Ведь она породила, я еще раз показываю, проблему отчуждения от культуры, которую мы сегодня переживаем очень сильно, не осознаем. Но вообще это страшно. Масштабы такого отчуждения в 20 веке мы не знали, уже не знали во второй половине. А сегодня это такая реверсия назад. Смотрите, какая проблема. Революцию большевики сделали, революцию 17-го, пройдя баррикады всех трех революций, предшествующих двух. А зачем? Нужна просто власть? Нет. А для того, чтобы власть как инструмент для созидания нового мира, где человек будет вырастать во всей полноте своей уникальности, своей личностной выраженности, как созидатель. А получается, а как он будет созидать, если он неграмотный? А если он от культуры отчужден? Вот стал вопрос. Теперь вопрос, как снять это отчуждение, практика. Богданов сказал, сначала надо образовать этих рабочих, пусть потом созидают новый мир и делают революцию. Нет, сказал Ленин. Вот в процессе созидания нового мира у них появится потребность. То есть большевистский подход заявил принцип не просто освоения, доступ к культуре, ее освоение, нет, а заявил возможность бытия человека в культуре как субъект.
Да что этот может человек, там неграмотный крестьянин, что-то сотворить в культуре? И вот этот вопрос большевиками решался, и, надо сказать, не безуспешно. Сколько, посмотрите, сколько потом вышли посмотреть биографию великих ученых в нашей стране, вот ректор нашего университета и так далее. Это люди многие, которые были рождены в деревнях. Казалось бы, как могло ли иметь такую мощную базу развития там советской деревни 20-х, 30-х годов? А вот была такая атмосфера, которая порождала жажду познания, потому что это диктовалось не просто вот мне прийти и было бы, выражаясь современным языком, знаете, так прикольно похвастать какими-то фактами неизвестными. Нет. Я в кавычках ставлю прикольно, это современное выражение, современное отношение к таким вещам. А для того, чтобы это было необходимо для созидания новой реальности. Вот это принципиально важно. Итак, мы видим, что в 20-е годы уже была практика снятия отчуждения масс от культуры. А сегодня, вот библиотеки стоят, сколько книг, а зачем? Вот скажите, какому-нибудь менеджеру в банке важно понимать, чем отличается творчество Гессе от творчества, например, Хемингуэя? Да ему не надо это все. Сходить на спектакль, модный, а потом прийти в этот банк и сказать, вы знаете, я вчера был на этом спектакле престижно. То есть я иду туда не для того, чтобы посмотреть, а для того, чтобы атрибутировать себя как человека престижного образа потребления, а значит престижного статуса. Вот девочка покупает сумку за несколько миллионов. Для чего? Ей эта сумка очень нравится. Да потому что эта сумка – знак престижного твоего статуса. Вот, значит, я на иерархии, социальной иерархии, занимаю это престижное место. Человек определяет атрибутами своими, не поступками, Чкалов. Кто знал, какие он там любил пиджаки, им дела до этого не было, потому что он был занят делом. Шемякин. К нему приехал, он мастер великолепный, художник великолепный. Он сделал проекты дома, в котором он живет в Америке. Журналистка спрашивает, скажите, вот там столько комнат, а вы где спите? А он, где падаю от усталости, там и сплю. Вот понимаете, он все время в какой-то камуфляжной одежде спрашивает, почему? Да мне некогда ходить по магазинам, потому что время купить нельзя. Это время либо бегать по этим, заниматься этим шопингом, или же это время для вашего развития. Да вы сейчас рисунок напишете, или какая-то мысль пришла, и вы ее обоснуете. Вот современный мир отчуждения загоняет человека в эту потребительскую онтологию. Выйдет оттуда работник с высоким уровнем развития, таланта, новыми идеями на производстве. Да нет, он думать будет, как быстро приспособиться на этой технологической ленте, отработала быстрее дома. Вот давайте теперь вопросы и от вас. Первый вопрос. Что вы подразумеваете под словом «линия»? То есть, когда вы говорили про красную и белую линию, точнее... Красная, серая, черная, да. Вот с красной это серой, тенденция. Нет, это понятно. Вот вы, как вы описывали, это линия именно репрезентации в культуре. Не только, и в истории. То есть это у вас такая прямо очень мета-концепция и в культуре, и в истории. Да, да, потому что, скажем так, в основе советской системы, в истории, в культуре и в художественной культуре, то есть в искусстве, в основе лежало одно и то же отношение. Какое? Разотчуждение. И вот это разотчуждение становилось конкретно всеобщим отношением истории, культуры и искусства СССР. Следующий вопрос. А черная линия, я правильно понимаю, что из нее фашизм вырастает? Нет, это был не фашизм. Вот путать не надо. Репрессии, которые были у нас связаны с бюрократией, это разные. Вот это нельзя, понимаете, скажу, в чем... Профессор Бузгалин любит такую шутку задавать. Скажите, вот я назову три. Ёж, половая щетка и змея. Вот скажите, кто здесь наиболее имеет большую общность? Говорят, еж и щетка. Это чисто формальный подход. Вот чем страдает, часто страдают при сопоставлении. Какое тут общее? Змея и еж, потому что это одна организм, это живая природа.
А щетка это совсем другое, это другая органика. Вот. Я просто предположил, что из этого вот превратно понятого разочуждения, когда субъект пытается обрести субъектность за счет манипулирования и отбирания субъектности у других, она же двигала и восходом фашизма в Германии и Италии, где тоже... Как... Там другой был генезис. Там было, я согласна с вами, фашизм. Но это нельзя говорить, объясню почему. Вот так же про постмодернизм говорят. Вот возьмите наш современный постмодернизм, западный. Признаков внешних очень много, но это разные вещи. И фашизм, и репрессии, вот репрессии, которые были у нас, это разные вещи. Хотя формально можно найти какие-то многие общие, совершенно разные. Ответьте на вопрос. Я вам скажу, фашизм не мог... Нацизм не мог породить высокую культуру. Вот сейчас в условиях Украины рождается высокое искусство, когда они свои памятники, вот памятник Ленину, который был в Киеве, сделан из красного гранита, он получил премию еще в 30-е годы в Америку возили, это было произведение искусства. Но спросите любого нациста, назови мне, пожалуйста, лучших вокалистов, ваш представитель вокальной школы, хореографической, живописи. Он не скажет никого, он никого не знает. Потому что вот этот узконационалистический подход, он сужает, он делает, рождает отчуждение от собственной культуры. Вот это и есть большая проблема. Хорошо, понятно. И третий мой вопрос. Вы говорили, что именно происходило вот это вот... Боже, я забыл слово, где разочуждение рабочего класса именно в процессе строительства... Да, нового мира, да. Общества, да. В процессе, посредством создания у них в процессе этого потребности к этому. Да. Я вот недавно как раз-таки слушал про лекции про строительство московского метро, которое как раз-таки в идеологическом ключе воспринималось именно как один из первых шагов строительства мира. И там отлично показывалось, как очень многие рабочие, которые приходили туда... были совершенно не обучены, им приходилось обучаться этому и саморазвиваться прямо на ходу. Совершенно точно. Это вот пример этого. Вы знаете, я вам, вот знаете, посмотрите, пожалуйста, фотографии 20-х годов. Есть одна фотография, сидят или узбеки, ну, я не знаю, в трудном. И, видимо, какой-то бригадир показывает, рассказывает, как устроено что-то. Вы посмотрите, в каких позах сидят. Они все устремлены, слушают. Появляется потребность. Я читала документы, дневники американского специалиста, который был консультантом при строительстве Магнитогорского металлургического комбината. Знаете, он что написал? Я был потрясен. Понятно, там более 100 национальностей строили этот город, этот комбинат металлургический. И люди многие были неграмотны, большинство было неграмотных. Они учились вечерних после занятий, после работы были учебные занятия у них и так далее. И вот они сидят, я им рассказываю, как устроена бетономешалка. Они даже записывать не могут, потому что они не умеют писать еще. На следующий день говорю, повторите, что я вам рассказывал на прошлом занятии. Говорит, я был потрясен. Они мне ничего не рассказали, что я говорил. Они мне стали выдавать новые идеи модернизации этой бетономешалки. То есть это такое творческое освоение, что оно порождает какие-то инновационные идеи, вот изобретательности и так далее. Вот это была потребность. Почему? А потому что ногами помешает этот бетон, я не знаю. А когда холодно? То есть они занимались этим, отсюда этой деятельностью. И сам характер этой деятельности тяжелый необычайно. Он заставлял их найти какие-то более, этих людей рабочих, найти более, совершенствовать эти средства, чтобы можно было работать с наибольшей эффективностью. Зададите. Пожалуйста. Вы знаете, я бы не стала оценивать современную реальность, я показываю признаки, анализирую десубъективация индивида общественно. Хотя это не значит, что это тотальная тенденция. Мы сегодня видим альтернативные, когда возникают какие-то, ну, я бы сказала, такой почин снизу, можно сказать, волонтерское движение, оно возникает, конечно. Вот я, например, знаю ребят, которые, ну, по крайней мере, год назад, они занимались защитой сибирского кедровника.
понимаю прекрасно, что лес, который вырубают, они связывались с экологическим движением, они стали возникать, эти движения. Но они возникли как потребность на снятие вот этого масштаба и меры этого отчуждения. Вот это очень важно. Советская система, я скажу, у меня критическая... Марксизм по-другому не может воспринимать реальность, если он критически не воспринимает, не в смысле оценивает двойка или пятерка. Да нет, я бы так сказала. Если в СССР было все замечательно, почему Маяковский покончил 30-е годы, когда строились уже заводы и так далее? Если мы исходим из этого оценочного подхода. А если в СССР было все так плохо, почему в СССР возникли те художественные научные школы, которые заполучили репутацию мировых школ? Вот видеть эти противоречия. Поэтому здесь привлекательность, непривлекательность. Трагедия. Первый поэт среди большевиков и первый большевик среди поэтов покончил самоубийство. Это же был, это было и вызов, и приговор. Вот с... Вы знаете, я бы дала бы другое. Я принимаю с интересом ваше вот толкование. Я бы несколько по-другому, иначе бы сказала, почему Маяковский застрелился. Маяковский был личностью, который заявлял себя и выражал себя в двух ипостасях, как творец истории и как творец культуры. Он мог бы не ездить по всем этим заводам и так далее, но сиди, пиши свои статьи и так далее. А он же мотался по этим заводам. Я посмотрела хронику, спасибо большое Василию Катаняну, который зафиксировал это в хрониках жизнедеятельности Маяковского. Сегодня Севастополь, утром он уезжает в другой город, читает, голос не поставлен, микрофонов нет. Он, кстати, проблему заработал большую с горлом. И почему он это сделал? Его никто не заставлял. Это он по собственному, он сам себе давал приказы, сам их выполнял. Вот это называется творчество новых общественных отношений, это есть творчество истории. И он был, конечно, субъектом культуры. И вот он стоял прочно, только жил во всей полноте, когда стоял на двух ногах. Да еще как он вызывал, вызывал неприятие не только со стороны мещанина. Например, заключил договор с госиздатом, чтобы опубликовали его собрание сочинения. Тянут. Демьяна бедного миллионами там тиражей идут. А его не публикуют, не публикуют. Вплоть до того, что он обращается к Луначарскому за помощью разобраться. Я даже подумал, Луначарский представитель... Представитель наркомпроса. То есть это... А госиздат – это государственное учреждение. То есть власть борется с государством, в силу, чтобы разобраться с этой несправедливостью. Так вот, в советской системе, какой бы вы ни брали этап истории, всегда надо смотреть противоборство. Серая и красная линия. Где-то побеждает красная, где-то побеждает серая. Почему и произошло? Вот, конечно, были внешние проблемы, внешние предпосылки для распада Советского Союза, но главным было то, что стала побеждать серая линия. Серая линия, потому что стало происходить уже с конца 60-х, 60-х годов десубъективация индивида. В культуре, пожалуйста, люди читали рабочие, я знала рабочих, который читал мне Курта Вонегута. Спросите сейчас образованных людей из банков, знают они это имя или нет. Так вот, в культуре человек осуществлял свою субъектность, а в истории он уже нет, в общественной. Потому что комиссары становились секретарями партийных организаций, движения превращались в институции социальные, и человек не мог выйти со своей инициативой, пока это не будет как-то формализовано, утверждено этими социальными институтами. И происходило такое угасание этой субъектности. И вот это угасание субъектности привело к тому, что советская система стала распадаться, потому что в основе, еще раз повторяю, советской системы лежала не национальная идея, не религиозная и даже не политическая идея, а такая идея, которая обнаружила себя в форме деятельности вот этого преобразования, этого мироотчуждения. Вот почему там был интернационализм. Человек мерился не национальностью, не деньгами, не то, какой марки у него машина, а тем, ты можешь найти талантливое решение задачи
разрешить нельзя, а ты находишь талантливое решение. Я-то думал, что ну какой ты там умный. А вот этот человек, о котором ты думал не очень достойно, оказался намного талантливее тебя и находит это решение. Поэтому здесь измерялось деятельностным субъектом. Вот субъект и существовал, заявлял себя только как субъект деятельности. Поступка. Вот нет, не пришел вопрос. А ну-ка скажите, очень интересно. Вы говорили о том, что люди, ну там, библиотеки простая, вот, я хотел сказать, что ну, люди просто читают книги в интернете. А вы ответили бы на этот вопрос, но далеко не все это. Вы сидите в более-менее образованной среде. Нет, я отвечу по-другому. Можно? Может быть, это потому, что вы вот как бы задали такое понимание. Вот, скажу, дело ведь не в том, где книжки читать, электронные, дома или там. Вот дух культуры, когда люди дискутируют по важнейшим проблемам. Я не знаю, в вашей среде, может быть, есть, когда вы встречаетесь и говорите, как же вырваться, как же сделать, как наполненность, вот проблема реализации человека во всей полноте. Есть такие разговоры, есть такие дискуссионные клубы. Я думаю, что, наверное, где-то есть. О смыслах собственной жизни, о смыслах собственной реализации. Или нет. Комфортно? Комфорт как симулякр счастья. И симулякр полноты бытия. Или нет. Вот это мы будем продолжать приспособленческую мещанскую линию, которая тоже была в Советском Союзе. Или же мы... Как же сделать, чтобы все-таки по-другому жилось? Вот по-другому мир был устроен. И можно ли вообще что-то сделать? Вот я конкретный человек, у меня ни власти, ни денег нет, чтобы решить какие-то проблемы. Можно что-то сделать? Наверное, можно все-таки. То есть, по-вашему, ну, вот это вот разочуждение. Разочуждение, господи, что я сегодня... Не страшно, все в порядке. Нельзя ложиться в час ночи, люди. Нельзя что? Нельзя ложиться в час ночи, как я сегодня сделал, а то будете, как я, не в состоянии говорить. Спасибо за урок. То есть вот идея в том, что разочуждение, оно происходит именно когда у человека появляется ощущение того, что он может быть субъектом каких-то изменений. Вот, совершенно качественных изменений. Вот совершенно вот, правильно. Я вот отчетливо чувствую, что это имело место в... Мягко говоря, первой половине существования Советского Союза начало исчезать к второй половине. Там, к застройке. Да, именно качественных изменений. И сейчас, на самом деле, как раз то, что вы критикуете, капиталистическая система, она выстроилась таким образом, чтобы поддерживать у людей вот некоторую степень иллюзии того, что они могут сделать. Но какой вы умница, совершенно правильно. Потому что, совершенно правильно. Знаете, вот вы упомянули рекламу. На самом деле реклама сейчас это абсолютно страшная штука, потому что она, с одной стороны, прикрывается индивидуальностью, при этом будучи полностью основанной на разиндивидуализации человека. Потому что, например, вот у нас во время одного спецкурса нам показали очень такой удобный эксперимент. Зайдите в свой аккаунт Google, если он у вас есть, и посмотрите настройки персонализированной рекламы. Да. Я Google говорил только, какой у меня адрес электронной почты, но сам Google уже по моему поведению узнал, что мне там 20 лет, что я студент, что я мальчик и что я один. И все это узнал исключительно посредством сравнения моих действий с просто вот колоссальным массивом big data данных других людей, чтобы... Uh-huh. То есть, как бы, да, с одной стороны, это все служит тому, чтобы подстроить алгоритмы рекламы предоставления услуг под меня, но это осуществляется не за счет понимания меня как личности, конечно, а понимания сравнения меня с бесконечным количеством людей. Вот это противоречие и лживость, да, рыночной системы в этом не видится. Но создает видимость того, что к вам относится неотчужденно, вас распредметили, да, вас прочитали и так далее. Да. Вот, я с вами согласен. Но, вы знаете... Я назову те феномены, которых не было, не так, я неправильно сказал. В Советском Союзе был в 55-м или 57-м году Всемирный фестиваль молодежи. Если вы посмотрите, это великолепно. Но я сама участвовала во многих всемирных форумах.
Вот знаете, что такое? Когда собираются представители разных организаций, экологи, борцы за, там, вернее, ну, сторонники, например, сохранения городов, их архитектурной оригинальности, необычайно разные интересы. И вот собрались во Флоренции, был первый такой европейский форум, где все решалось на самоорганизации. Студенты зарабатывали в Макдональдс, чтобы купить себе билет в автобус, чтобы добраться до Флоренции. Там организовано было все, питание, причем сами складывались, там что-то делали, подходили к вам, говорили, возьмите тарелку, поешьте рис с овощами, чтобы иметь возможность работать дальше. И вот были эти секции. Причем, что интересно, вот эта деятельность, она снимает политический антагонизм политических различий. Я вижу, идут сталинисты, идут рядом троцкисты. В политической, дискуссионной сфере это невозможно представить их рядом. Но они вместе сделали какие-то дела. Это вот принципиально важно. Практика, деятельностное участие вот в этом преобразовании, оно снимает и различия. То есть оно их не убирает, но оно делает их не приоритетным, не главным. Когда сегодня там ведутся бои по поводу абстрактных взглядов, как говорят, диванных идеологов, вот эта борьба диванных идеологов, она, конечно, уводит в какие-то симулятивные вещи. И вот теперь я хотела бы сказать, если мы сегодня рассматриваем современную реальность, в современной реальности сегодня появляется вот эта тенденция дигитализации, которая, казалось бы, начинает штуки воспринимать, но дело ведь не в цифровых технологиях. Точно так же, как воспринимали в штуки рабочие, когда привозили новые станки, оборудование, понятно, рабочих увольняли, потому что машины заменяли их. Но вот дело ведь не в деньгах, не в цифровых технологиях, а дело в том, эти цифровые технологии для человека, или человек становится функцией этих цифровых технологий. Вот это очень важно, потому что здесь, если это подчинение человека этим технологиям, оно приводит к тому, что пространство культуры с ее конкретными всеобщими отношениями превращается в то, что характеризуется понятием «общее». Но культура не может характеризоваться понятием общего, она несет в себе понятие конкретное всеобщее. Пространство всестороннего развития человека самодетерминируется системой процессов дигитализации. Идеал культуры заменяется универсальным вычислительным автоматом. И самое жестокое, у Маклюэна есть такое определение, что представитель человека как представитель рода индивид как представитель рода человек в цивилизации автоматов превращается, страшно сказать, в органы размножения машинного мира. То есть вот человек сегодня еще попадает в ловушки симулятивных форм цифровых технологий, не цифровых технологий, а вот эти отношения, превратные отношения установлены, они порождают превратный смысл. Вот это очень важно. Теперь я хотела бы рассмотреть следующее. Но вот давайте посмотрим, где сегодня человек имеет возможность проявлять себя как творец, как субъект творчества. Понятно, что творчеством можно заниматься и дома, и найти возможность даже, казалось бы, в таком каком-то очень формализованном деле найти творческое решение. Я говорю как о некой господствующей тенденции. Вот давайте посмотрим на такую область, как художественное творчество. Ну, художник. Уж кто как не художник, являет себя во всей полноте этого творчества? А вот давайте посмотрим. Художник, его творчество всегда связано с порождением нового образа, нового художественного образа. Ну, если у ученого это развитие закономерности, обоснования, научная аргументация, развитие понятий и так далее, то у художника это новые образы. Вот художник взял и написал, как он видит, там, я не знаю, человека или там, природу и так далее. Но каким стилем? Это все решает он. Но сегодня человек понимает, что художник понимает, что если ты хочешь быть продаваемым, этого недостаточно.
Нужно как-то, каким-то образом укладываться в требования вот этих рыночных стандартов. А рыночные стандарты – это очень жесткая вещь. Художники в советское время имели трагические конфликты с представителями власти, причем киновласти. Ну, вспомним Аскольдова, его фильм «Комиссар», который уже почти должен был быть уничтожен, но спасли. Как ни парадоксально, помог этому, казалось бы, такой серый кардинал, вот, которого боялись многие художники, Суслов. Он написал письмо, позвонил секретарю и сказал, что фильм, пленку могут сжечь, и картина была спасена. Или там, например, работа Лема Климова «Агония». Если посмотрите фильм, очень замечательно сделан и стильно в историческом, в такой, с позиции исторического понимания ситуации кануна революции. И фильм пролежал 20 лет. Его на Западе показали, или только потом у нас. Вот эти конфликты с идейные конфликты оказались не так страшны, как ловушки вот этого рыночного диктата или диктат рыночных стандартов. И смотрите, вот имя художника. Художник обретает имя, когда его работы становятся известны публике, которая его оценивает, которая обсуждает его работы и так далее. Появляется имя как результат его творчества. А вот сегодня рынок, ему мало того, что у тебя имя, он берет, рынок берет это имя и пытается из этого имя сделать бренд. Бренд, который он будет продавать как товар. Человек, который ничего не понимает в искусстве, но у него есть деньги, он хочет купить картину. Вот как он будет выбирать? А я не понимаю, эта картина хорошая или не очень хорошая? А эта картина престижная или не? Он не понимает. А вот когда бренд на какой-то выставке, где я могу обрести эту картину, вот бренду я доверяю. А своему мнению, о значении этого творчества, о значении этого имени – нет. Поэтому вот это рыночные формы, в которых загоняется сегодня художник, он достаточно сложный, потому что у художника появляется потребность, знаете, такое рыночное угодничество. Вот как сделать так, чтобы мою картину купили? Как сделать так, чтобы мой фильм попал в Канны или еще дальше? Понимаете? И вот эта рыночная угодливость, она лишает человека некой такой художественной оптики. Вот я знаю, да, может быть, и вы можете привести пример, известный художник, который был, имел Оскар и замечательно сделал фильмы в советское время, великолепные, пытался сделать фильм с некой вот этой рыночной угодливостью, даже не публики, не в адрес публики, а в адрес всяких жюри. И получился печальный результат. Замечательные актеры, а фильма не получил. Получился, знаете, такой Russian деревяшин, вот что-то такое. И вот из этой рыночной угодливости мало кто выбирался полноценно, обратно уже вот в свою ипостась полноценного художника. Это на самом деле вот эта рыночная оптика, когда я вижу не ваше лицо, чтобы написать, а начинаю глядя на ваше лицо, я думаю, как подать, чтобы ваш образ понравился там или там или там. Вот это очень проигрышный подход. Он стратегически проигрышный. И вот художник сегодня, да, он получает деньги, но ведь каждый, приходящий на его выставки, определяет степень престижности этого художника по его такому имиджевому эффекту. А на этот имиджевый эффект работает. Это целая институция. Вкладываются деньги, и по сути эти художники в лапах вот этих всех промоутеров и так далее, они становятся объектом эксплуатации. У художника-то денег нет, а у этих ребят деньги есть. Как сделать так, чтобы его имя подать эффектно и так далее, и так далее. И в результате получается, процесс творчества как бы есть, я именно так и подчеркиваю, как бы есть. А что в итоге?
В итоге художник начинает свое творчество с уяснения вот этого рыночного стандарта, на который он должен ориентироваться, и заканчивает тем же рыночным стандартом, но в другой модификации. Вот это процесс творчества как бы состоялся, а нового образа не появилось. Вот это вот тут очень угадывается. Знаете, если вы видели там, художники иногда делают ваши портреты, он делает так, чтобы вы сами себе понравились, увидев, посмотрев на себя, вы довольны. Это понятно, здесь и осуждать ни в коем случае нельзя, но вы понимаете, что пишется, продается товар, который воспринимаете за произведение искусства или не воспринимаете. И в искусстве получается, что сегодня художник, вот попав в эту логику лавошновых отношений, он начинает владеть не столько уже потом искусством, у него утрачивается постепенно это, а начинает искусством продажи того, что он делает. Вот искусство подменяется искусством продажи. Искусство становится таким рынком артефактов. И вот это, хотя это не отменяет. Не отменяет то, что сегодня есть очень талантливые художники, режиссеры. Но ведь вот в чем вопрос. Скажите, если вы написали талантливую картину или написали талантливую книгу, она у вас лежит в столе, она является феноменом культуры или нет? Кто это сказал? Да, нет, совершенно правильно. То есть акт, процесс искусств творческого состоялся, произведение искусства, да, есть, но он не стал, это произведение искусства не стало феноменом культуры. Потому что феномен культуры может стать только когда оно обретет вот такое всеобщее, вызовет всеобщий интерес, оно станет общественным отношением, а он не станет. Попробуйте, знаете, такая была святая ложь, когда там иногда... Ну, знали Хемингуэя, ну что вы, в 60-е годы у людей висели портреты Хемингуэя, зачитывались, а кто-то не читал, ну и понятные были такие, но сказать, что ты не знаешь Хемингуэя, постесняется человек, а потому что всеобщие отношения, как это ты не знаешь, вот, а сегодня, ну и что, я не знаю, и знать не хочу, это не обязательно, да я и Пушкина могу не знать. Никто от меня не имеет права требовать. То есть отношение к искусству и бытие уже в культуре, оно становится, определяется твоим частным бытием. И вот это отчастнивание искусства, отчастнивание человека в мире культуры, это самый печальный результат, который может быть. Но стоит ли вот так останавливаться на каких-то вот таких тенденциях и говорить, что все, это конец уже не только там истории, это конец и культуры? Почитайте интервью наших великих художников, танцовщика, как Владимир Васильев и так далее. Почитайте сегодня интервью с великими представителями нашего вокального искусства. Почему стали распадаться художественные сообщества? А о чем говорить? Вот вопрос, а о чем говорить? Знаете, есть такая сегодня с человеком, казалось бы, ну о чем мы будем говорить? Давай встретимся, говорит он, давай встретимся в кафе и посмотрим наши эти смартфоны, там еще что-то. И вот сидят он и она, и разговора живого нет. Я потом на следующее занятие покажу картину, у Пименова есть. Он и она сидят за столиком, по стеклам окон текут капли дождя, они молчат. Но вы слышите, о чем молчат. Вы даже слышите интонацию этого молчания. Вот поэтому в искусстве, в так называемом искусстве сегодня очень много слов. Герои говорят, а он, а она, а она. А в искусстве, я бы даже сказала, сначала было не слово, сначала была интонация. Вот интонации, они говорят больше даже, чем слова. Если вы смотрите фильм на языке, который вы не знаете, зарубежный фильм, то по интонации вы почти постигаете суть вот этой коллизии, которая там разворачивается. И когда... когда отношения людей передаются не словами, а передаются через предметы, через взгляды, через
вот какие-то вещи, в которых звучит музыка. Кстати, я вдруг вспомнила, что фильм «Живые и мертвые» — это едва ли не единственный фильм советской истории, в истории советского киноискусства, где нет музыки. Так вот, музыка передавала эти отношения, поэтому композиторы советского кинематографа — это были великолепный Вайнсберг, Юрий Левитин и так далее. Вот. Сегодня, теперь, а зачем мне нужно искусство? Так искусство должно же цеплять, кредо сегодняшнего восприятия, цеплять, но не грузить. И вот когда я думаю, что вот это такое потребительское отношение, а уж к симулякрам культуры тем более, вот я думаю, что оно будет рождать все-таки потребность в появлении высокого искусства, в появлении настоящего, когда люди будут задавать друг другу вопрос: а зачем ты на этом свете? А зачем мы с тобой учимся? А зачем я делаю диссертацию? Ну, как сделать диссертацию, можно же даже инструкцию написать, как ее можно сделать. Взять конъюнктурную тему, выразить, набить ее источники, библиографию, показать престижных, ну, не престижных, а тех авторов, которые сегодня определяют ту или иную тенденцию. Не надо своей, только не своей позиции. А, кстати, и не надо. У вас позиции ведь тоже нет. Я не про вас говорю, я говорю вот так метафорически. То есть, когда человек, не надо позицию, потому что когда вы выражаете позицию, нужно выражать ее, обосновывать и так далее. Вот. Поэтому сегодня очень важно, чтобы и наука, и искусство, оно, конечно, дышало вот этим, чтобы в них было дыхание вот этого творчества. Но как это сделать? Это возможно только, когда человек ставит серьезные проблемы. А какую проблему ты в науке ставишь? А кто занимался разработкой этих проблем? Какие были подходы? Знаете, как один профессор говорит: вот вы занимаетесь наукой, скажите, о какой школе вы себя причисляете? А никакой. А, ну, значит, ваша фамилия там, например, Комаров, в школе Комарова. Ну, он засмущался: да нет, ну как-то у меня школа и так далее. А какой? Вы какие-то новые разрабатываете методологические основы исследования этого предмета? Или вы развиваете в рамках какой-то уже существующей школы, или заявляете новое. Вот как сегодня реанимировать эту творческую потребность, это вопрос большой. Я бы даже в качестве домашнего задания попросила бы вас привести примеры, где сегодня, в каких формах происходит, вот на следующее занятие, если можно, вы мне просто поделитесь, в каких формах сегодня возникают формы вот этого социального творчества, где создаются формы для диалога людей, для общения друг с другом по поводу проблем их бытия совместного. Вот если вы найдете такие примеры, я могу тоже такие примеры привести, которые я в свое время объездила 40 заводов, где были оккупационные забастовки. Когда шла криминальная приватизация заводов, мне было интересно, вот эти рабочие на заводах, которые заводы закрываются, их захватили, ну просто купили по каким-то фиктивным ценам новые собственники, и вот эти рабочие начинают спасать, мне интересно было, из каких позиций они исходят, какие альтернативы они предлагают. И вот один маленький такой пример. Ясногорский машиностроительный завод. Я показываю, как в условиях мер отчуждения появляются вот эти новые практики, которые снимают отчуждение. И вот такой любопытный пример. Ясногорский машиностроительный завод – это под Тулой. Они делали двигатели для электропоездов. И вдруг машины каждый день уходят с товаром, а денег нет. Месяц не дают зарплату, два месяца не дают. И они решили однажды выйти ночью, закрыли все выходы с этой территории завода и стали проверять эти машины. И накладные. Когда они посмотрели накладные, они ахнули. По накладным шли метелки. Вот подметают на улице дворы метелками. Это получается, что руководство этого завода, оно занималось вот такими мошенническими делами. И тогда эти рабочие сказали, там был такой удивительный человек, Андрей Гуан Цинфа, председатель рабочей группы, и говорит: мы создаем, ночью позвонили, руководству сказали, мы создаем рабочую группу, которая будет контролировать отправку всех машин без нашей подписи, ни одна машина отсюда не уйдет. И они установили свой контроль. Что вы думаете?
Пошли деньги, заработная плата. Но что решили рабочие? Вот этот, вот это такой пример просто беспрецедентный. Не только, потому что я потом могла бы привести еще и другие такие примеры подобные. Они сказали, прежде, когда они получили деньги, первый вопрос поставили, кому должен наш завод? Они не поставили вопрос, мы по полгода не получали зарплату, мы эти деньги сейчас компенсируем в фонд, вот в наш, в компенсацию отсутствия нашей зарплаты. Они поставили вопрос, кому должен, кому и сколько должен наш завод? И они расплатились долгами, а потом уже стали решать уже свои проблемы. И решали, у них своя профсоюзная организация была, они решали помощь там, для многодетных семей и многое-многое другое, для ветеранов труда. То есть я вот показываю, как рабочие, да, их потом, конечно, погасили, но таких 40 заводов, на которых я была, люди создавали альтернативные формы жизни. И вот это, и там что вы думаете? Там эффект был очень, такой экономический эффект. Вот еще раз показываю, как только появляется возможность заявить себя субъектом, они там были все субъектами, то те, кто участвовал, активистов, потому что там было еще и болото, которое не собиралось этим заниматься, то все заработало, и заводы работали, и какая-то стала иная атмосфера вот в этих предприятиях городского типа, ну, которые были такие основополагающие предприятия. Вот я еще раз показываю. Вот проблема этой субъектности. Где возможно, где и что может быть предпосылкой, это в качестве домашнего такого задания, предпосылкой возникновения этой субъектности сегодня.